Здравствуйте, по Отбасыбанку у нас сегодня эфир, 20 минут, как обычно. Напрямую можете связаться со студией, позвонить, написать сообщение, либо видеозвонок сделать. Я буду только рад, тем более это, представляете, да, вот самый крупный, один из самых крупных финансовых институтов, Госбанк, он теперь будет немножко со статусом его правительства решает сделать некоторые изменения, будет это институт развития. Зачем? Как это повлияет на рынок, вот это и выясним. Екатерина Смышляева здесь в студии, депутат Мажилиса парламента, и Надина Кабжалялова, главный аналитик аналитического центра Халык Финанс. Я вас приветствую, добро пожаловать. Здравствуйте. Добрый вечер. Госпожа Смышляева, давайте с вас начнем. Вообще, с чего вдруг правительство решило реформировать Отбасыбанк? Вроде все нормально, работает хорошо, огромные активы, токсичных кредитов вроде бы нет, там минимальное количество. И тем не менее реформа. На самом деле это комплексная реформа в целом жилищной политики, которая была задумана еще 2-3 года назад правительством. И вот сначала сам правительственный законопроект по вопросам жилищных отношений долго шел до парламента. Потом он уже почти 2 года находится в парламенте, потому что единой позиции в данном вопросе достигнуть пока не удается. То есть такого оптимального консенсуса, который бы не ухудшил, а улучшил положение, значит, тех, кто сегодня нуждается в жилье, пока не найдено. Но вот сегодня, на днях, вернее, прошло первое чтение законопроекта, и уже, ну, первые контуры, будем так говорить, появляются. И в рамках этого законопроекта в целом по жилищной политике, да, идет изменение статуса Отбасыбанка в правительственной версии. Он наделяется рядом дополнительных функций, которые будут связаны с мониторингом, ведением, администрированием, в том числе жилищной очереди. Вот так вот. То есть это вот это главное новшество, собственно говоря, из-за чего это будет институт развития, для того, чтобы Отбасыбанк, он видел также в целом всю жилищную политику, то есть держал в руках и обеспечивал бы прозрачность, справедливость. Оперативно менял свои программы, подстраивал, да, под нуждающихся. Да, в зависимости от, да, качественного состава очереди и так далее. То есть мы сейчас в принципе видим, что на самом деле вот эта очередность в акиматах, которая сегодня ведется, да, каждый акимат ведет свою очередь в своей информационной системе, и иногда люди там встают в нескольких областях в очереди, иногда мы видим, что есть там по 20 заявок с одного ИИНа, да, есть те, которые уже давно не попадают в категорию очередников, есть даже вот когда ревизия очереди проводилась, там умершие люди есть и так далее. То есть это, конечно, система, вот эти больше 600 тысяч человек, которые сегодня стоят в очереди, безусловно, нуждается в ревизии. Эта ревизия уже не первый год проводится, и, конечно, ну, будет, наверное, правильно, если центр управления в целом очередью после того, как, ну, будет наведен порядок, будет все-таки у главного оператора вообще всей, как бы, жилищной политики, получается, государственной жилищной, да, политики, да, Отбасыбанк. В принципе, это как идея, она жизнеспособна. Единственный вопрос сейчас в том, как она будет реализована. Давайте у нашего эксперта-аналитика спросим, собственно, какое отношение в экспертной среде к предстоящей реформе. Пожалуйста, Адина. Ну, вы знаете, по поводу функции по распределению жилья, создания вот этого центра по обеспечению жильем, здесь, наверное, мнение такое однозначное, что это не совсем правильно совмещать функции такого кредитного учреждения, каким является Отбасыбанк, который выдает льготные кредиты населению, и, с другой стороны, функции социального института государственного, который будет заниматься как раз-таки политикой распределения. То есть здесь может возникнуть конфликт интересов, да, поэтому, что в принципе может привести к каким-то даже коррупционным рискам. Поэтому, на наш взгляд, ну, не стоит совмещать в Отбасыбанке эти две функции. Ну, вы представляете, что сейчас творится в акиматах, да, вот Екатерина же говорила, там мертвые души есть, да? Всякое есть, в том числе. А вот наведет ли банк порядок, да? Да, здесь большой вопрос. Наверное, все-таки стоит усилять работу, может быть, в акиматах, да, так, или наделить этими полномочиями какой-то другой государственный орган по социальной политике, но не передавать это в Отбасыбанк. А в целом по формированию нового института развития, то есть одно дело банк, другое дело институт развития, да? То есть вот эта идея. Если я не ошибаюсь, в принципе, президент же говорил, да, что нам нужна перезагрузка Отбасыбанка, но тогда он говорил в том числе о сельском факторе, то есть надо вот именно в регионы, в районы распространить его влияние. А здесь мы пока решаем вопрос с очередниками.
То есть, если можно. В дальнейшем, как это вообще можно соотносить? По поводу финансового института развития? Да, но здесь тоже такое мнение, что если ОТБСИ банк действительно станет финансовым институтом развития и перестанет быть банком второго уровня официально, то он выходит из-под периметра регулирования агентства, да, по регулированию развитию финансового рынка. И здесь возникает много вопросов. То есть на обсуждениях говорилось, что, возможно, они будут частично все-таки регулировать. Но, допустим, в этом частично отсутствуют пруденциальные нормативы, да, которые применяются ко всем банкам второго уровня, допустим, по достаточности капитала. Это очень важные функции регулирования нашего надзорного органа, которые действительно, наверное, не стоит убирать, поскольку ОТБСИ банк – это все-таки банк второго уровня, который выполняет все функции банков. Он, прежде всего, он собирает депозиты с населения. Да. Допустим, у нас есть Банк развития Казахстана, который не имеет эти депозиты, он является финансовым институтом развития. Но здесь возникают риски, поскольку есть все-таки вклады населения, и здесь существуют риски для финансовой стабильности. Здесь надо очень осторожно подходить, потому что действительно банк выполняет все функции. Он вот собирает вклады, он выполняет кассовые операции, какие-то межбанковские операции, то есть обладает всеми признаками банка второго уровня. И если он потеряет этот статус, действительно многие регуляторные и надзорные функции по отношению к нему могут исчезнуть. Что думаете? Что думают депутаты? Я так понимаю, что вы тоже против, мы да? Мы как ко второму вопросу, да? Да. Переходим. Давайте. То, что дополнительно ОТБСИ банк наделялся законопроектом дополнительными функциями, социальными функциями, значит, и в связи с этим его, во всяком случае, в правительственной версии было принято решение лишить статуса банка второго уровня и перевести в другое поле регулирования. Но здесь я абсолютно согласна с предыдущим спикером, что в данном случае все признаки банка у ОТБСИ банка сохраняются. Соответственно, любой уход от регулирования системы банка второго уровня несет риски. Это как риски, связанные там, с вопросами безопасности, информационной и так далее, так и прежде всего риски, связанные с системой гарантирования вкладов. То есть то, о чем сейчас уже говорилось, что в целом у нас сегодня есть фонд гарантирования вкладов, в нем участвуют все банки второго уровня в случае, если что-то происходит с депозитными, значит, сбережениями, соответственно, каждый человек имеет право на возмещение. То есть у нас система гарантирования действует. Выходя из этой, то есть из этой системы банков второго уровня, ОТБСИ банк, значит, участие этого фонда лишается. И получается, что кто-то должен гарантировать его депозиты. Иначе какой же это получается надежный банк, если там нет гарантирования депозитов? Любой человек, это скажет, любой гражданин. И когда обсуждение было первоначальное, говорили, что теперь эти гарантии будут осуществлять напрямую государство. Но вопрос тогда, зачем эту конструкцию изобретать, если есть существующая система гарантирования депозитов, причем без ущерба для государственного бюджета. И зачем, спрашивается, нам как бы сейчас наиболее сложным путем идти, еще и с затратным достаточно путем. Это первый момент. И второй момент, то же самое регуляторной политики касается. Мы частично оставим регулирование, но чтобы частично оставить регулирование, если вы теряете статус банка второго уровня, нужно новые правовые конструкции готовить, входить в законы соответствующие и наделять там полномочия. Это еще больше реформа. И так далее. Ну, для чего, если конструкция рабочая есть, и она действует, и все признаки банка есть, и на самом деле ни в чем это не ограничивает ОТБСИ банк, он как работал, так и работает. Еще одна была, такой довод был, что якобы если мы наделяем дополнительными функциями, то совмещать банковская деятельность является деятельностью, то есть если тот или иной субъект занимается банковской деятельностью, то, соответственно, иными видами деятельности он заниматься не может. Это там вопрос конкуренции, да? Но это в том случае, если речь идет о предпринимательской деятельности, то есть о конкурентном рынке. В данном случае ОТБСИ банку даются социальные функции, то есть они бесплатные, и поэтому здесь никакого конфликта, то есть нет функционального. Поэтому вот мы сейчас, депутатский корпус, мы соответствующие поправки дали о том, чтобы оставить ОТБСИ банк в системе банка второго уровня. И в целом уже, вы, наверное, если смотрели пленарное заседание, в целом правительство
на данный момент поддерживает это решение. Я думаю, что мы ко второму чтению придем к правильному, к правильной позиции совместной, в том, что все-таки эти функции нужно будет сохранять. Ну, да, вот смотрите, что у нас... Это вопрос прокомментировал в том числе и премьер-министр. Давайте покажите, коллеги, мой монитор. Смаилов, коллеги наши с курсива пишут, Смаилов заверил, что Отбасыбанк продолжит работать в прежнем статусе. Это он буквально на следующий день сказал. У него спросили журналисты, что будет с Отбасыбанком. И вот что он ответил. На самом деле, так, мы там находились представители Нацбанка, агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Они подтвердили, что регулирование Отбасыбанка не будет уменьшено и никоим образом изменено в связи с тем, что у Отбасыбанка появляются новые функции. Таким образом, Отбасыбанк, сказал Смаилов, был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием агентства, как регулятора финансового рынка и Нацбанка. В принципе, это должно, конечно, поставить точку в этой дискуссии, да? Но, тем не менее, все-таки надо теперь понять, какое влияние после всех этих реформ будет оказывать банк-фининститут на рынок жилья. Пожалуйста, Марина. Ну, вообще, здесь, наверное, стоит упомянуть по поводу функций финансовых институтов развития. То есть они вообще прежде всего создаются для того, чтобы регулировать так называемые провалы рынка. То есть мы, в принципе, все согласны, да, что свободная конкуренция — это, наверное, на сегодняшний момент единственная правильная конструкция для любой экономики, но и она несовершенна. Там есть так называемые провалы рынка, которые нужно регулировать. И во всем мире финансовые институты развития, они как раз-таки создаются для того, чтобы эти провалы регулировать. Но здесь, если банк становится социальным институтом, если он одновременно выдает кредиты, то есть он как бы теряет вот эту функцию по преодолению этих провалов рынка и, наверное, наоборот, идет в сторону искажения рыночных механизмов, обладая какими-то преимуществами относительно других банков второго уровня. То есть здесь вот... К чему это может привести? Мне интересно, вот как это повлияет на рынок жилья, например. Противоречия особого не вижу. Ну, допустим, дали социалки, немножко социалки дали. Пусть попробуют решить. Тем более, я вообще надеюсь, что, в принципе, если это все от акиматов, эти списки уйдут, если внутри банка будет организован специальный центр, как я понимаю, который будет заниматься сочельниками, мы, наоборот, решим некоторые проблемы. Вот этих непонятных скачков, когда был там сотый в очереди, оказался 10-тысячный, у нас, наверное, не будет. Ну, это мои надежды такие. Но здесь, как я уже говорила, совмещение этих функций все-таки может привести к возникновению каких-то рисков, да, конфликт интересов. То есть, действительно, наверное, стоит все-таки эти функции по распределению жилья, по доступу, да, к вот таким полномочиям передать, не держать яйца в одной корзине. Не стоит допускать такого, чтобы Отбасыбанк и решал, кому выдавать, и сам выдавал эти деньги. Смотрите, что напишут телезрители, если есть несколько вопросов, которые поступили по WhatsApp. Спасибо, что на связи. Так, как будет формироваться очередь, насколько прозрачно, что добавит банк в него, также как-то можно будет на него влиять. Так, возможно ли, что никто не будет гарантировать их сохранность? Это имеется в виду средств? Нет, этот вопрос решен, будет все гарантировать государство, как обычно. Каким образом защитить свои сбережения, если возможно банкротство и утрата средств? Это в отношении чего вы говорите? Это все гарантируется фондом нашим депозитом, да? Так, ну, в принципе, все, что мы уже обсуждали. Если можно, несколько прокомментируйте, телезрители, вот вопросов. Как будет формироваться очередь? Что-то известно вам или нет? Ну, пока по конструкции, которая есть в текущей таблице законопроекта, очередность централизованная, то есть нет администрирования на уровне местных исполнительных органов очереди, то есть менять что-либо, но есть мониторинг очереди. То есть это когда, естественно, идет сверка по категориям граждан, по, значит, тем, кто встал на очередь. Но сама очередь формируется по задумке централизованно, то есть информационная система, которая будет учитывать время постановки в очереди, значит, обстоятельства постановки. Вы как депутаты что будете требовать от Басыбанка, чтобы они сделали с этой очереди? С учетом тех проблем, которые вы знаете. На самом деле сегодня мы, главное, о чем сейчас идет дискуссия, они продолжаются там ежедневно, потому что на самом деле вопрос правильного подхода формирования очереди — это ключевой вопрос справедливости жилищной политики в целом. И мы сейчас понимаем, что как бы годами складывающаяся система, которая сегодня работает на уровне акиматов, да, она в одночасье не трансформируется резко в справедливую, прозрачную, идеальную централизованную систему. Возникать будут разные обстоятельства, тем более, что те очереди, которые сегодня в регионах, которые
которые перейдут под центральное управление, они формировались по-разному. Какие-то очереди с одного года формировались, какие-то с другого. Сколько работы? Да? Это огромнейшая работа, и я еще раз повторю, что вот сейчас ревизия идет, по-моему, второй год, если я не ошибаюсь, и до сих пор большого прогресса нет. Да, мы сейчас там решаем вопрос на уровне закона с доступом к персональным данным, и да, сейчас есть определенные подвижки с теми, кто, очевидно, не должен стоять в очереди. Но есть также и целый ряд судебных прецедентов. Когда человека из очереди исключают, он обращается в суд, и суд его восстанавливает в очереди. И сейчас вот эта очередь, она постоянно меняется. Потом еще нельзя забывать, что есть еще огромная потенциальная группа граждан, которые не заявляли о своем намерении получать жилье, но по всем признакам, согласно социальной цифровой карте семьи, они сегодня в нем нуждаются. То есть это еще такой, будем так говорить, потенциальная очередь, которая при там, централизации, при отработке правильной, да, прозрачной, она, возможно, будет тоже как бы расти. Поэтому вот мы, прежде всего, сейчас идет дискуссия о том, насколько вот алгоритм информационной системы будущей, да, у Отбасыбанка, он будет совершенен и сможет учесть все вот эти нюансы. То есть и насколько там будет велико человеческое участие, потому что самое правильное – это свести его к минимуму. Есть однозначные критерии оценки очередников, и это должна, по идее, делать уже сама платформа. Да? Есть как бы, механизмы уже связи интеграции государственных форм систем, та же самая цифровая карта семьи, где объективные данные о человеке собираются не человеком. Да? То есть, и здесь чем выше будет процесс вот этой автоматизации, тем он, это будет прозрачнее. Поэтому сейчас мы обсуждаем, еще продолжаем обсуждение самого алгоритма, насколько он будет совершенен, чтобы не ухудшить, будем так говорить, действующий механизм. У нас две минуты остается. Я правильно понимаю, что это та самая перезагрузка, о которой говорил президент в своем послании? Да, совершенно верно, в чистом виде. Что дальше? Какое-то реформирование будет? И вот мой вопрос по поводу влияния на рынок жилья, всех этих реформ. Вот я вижу, что просто когда у Отбасыбанка появится эта функция, когда у него будут очередники, когда он будет все видеть, ну он, наверное, выпустит или его попросят выпустить какую-то специальную программу под нуждающихся. Это может быть, Марина, или нет? Ну, чтобы решить проблему, у нас 600, да, тысяч или 700 стоит? Больше 600 тысяч, да. Больше 600. Вероятно, без ревизии. Да. Вероятно, да, потому что вы, наверное, слышали, недавно анонсировали программу 9-20-25, которая, опять-таки, будет льготной. И пока я не знаю точно, сколько там человек планируется включить в эту программу, но я так понимаю, что она в основном будет реализовываться как раз-таки через Отбасыбанк. Спасибо большое за это обсуждение, за то, что вы пришли в студию. Я надеюсь, мы еще эту тему обсудим. Я напомню, это было только первое чтение законопроекта. В дальнейшем предложения свои будут депутаты готовить, и мы узнаем, как поменяется у нас Отбасыбанк. Спасибо за внимание. До свидания.